Правила благоустройства округа Муром претерпят изменения. Сегодня над документом работала комиссия Совета народных депутатов, начальник юридического отдела управления ЖКХ, начальник управления архитектуры, руководители коммунальных предприятий города. Сегодняшняя комиссия как раз и состоялась, чтобы уже все те материалы, которые мы собрали, соединить воедино, правовую базу под них подвести, и чтобы эти правила были четко и понятны людям, которые откроют, и нормативная законодательная база не была нарушена. В новых правилах благоустройства ожидаются принципиальные изменения, касающиеся правил землепользования, требований к фасадам, наружной рекламе, стоянкам транспорта. Окончательный вариант документа Совет народных депутатов планирует принять на заседании, которое состоится 26 апреля.